Всем привет, друзья, с вами Пи. Продолжаем мы разбирать огромный газовый танкер «Газгубер». Блин, еще название надо это запомнить. «Газгубер». Странное название, но ничего страшного. Главное нам что? Не название, а содержимое этого корабля. А содержимого, смотрите, тут насыпалось просто огромное количество. Разбирай, не разбирай, а быстро не получится. Все равно никак. Но я надеюсь, что мы сегодня с вами сможем хотя бы всю вот эту вот высокоэтажную постройку уничтожить. Потому что, ну, это было бы как минимум очень хорошо, если бы мы смогли это сделать. И я надеюсь, что мы сегодня с вами сможем найти... Угадайте, что? Правильно, найти фигурку коллекционную, которая тоже, мне кажется, очень важна. Я хочу их все собрать на всех кораблях, на всех подводных лодках, чтобы была полная коллекция. Так, и вот эта стенка мне теперь начинает мешать кидать все. Хорошо, давайте тогда сейчас будем... потихонечку вот тут ломать. Шарах. Не все захотело падать. О, теперь захотело. Отличненько. Швыряем. И вот тут сейчас только поможем. Немножечко прям поможем этим стенкам сломаться до конца. Все. Бабах. Ну, взяли бы уже с собой лестницу-то. Вот она вот прям мне вот тут вот очень мешает. Прям с краю. Потому что кидать неудобно. Прям реально мешает эта лестница. Ладно, ничего уж не поделаешь. Так, тут на одном, там на одном болте держится. Вот так вот потихонечку все и собираем. Так, опять у нас сохранение произошло. И, блин, ну, слава богу, хотя бы не задели. Так, ну, дайте найти-то ценную вещь. Не хотят нам давать найти игрушку. Ну, не хотят, значит, будем ломать дальше, пока мы не найдем. У нас других вариантов быть не может. Ломаем до последнего, пока не найдем то, что нам нужно. Так, есть. Вот так вот, шкафы, какие-то тряпки валяются. Блин, а чё такие стены тут грязные, прям пипец какой-то. Так, я куда-то ящик метнул не туда. Так, вот эту стенку давайте тоже разрушим. И тут за дверью у нас же комната. Но... мы можем, по сути, через нее просто сейчас пройти, даже не стуча по ней. А можем сначала вот это все обломать, чтобы у нас как можно больше было упавшего материала. Мы же ищем тут полезные вещи и нужные. Самое главное, нужные для контрактов. Тинг-тинг-тинг. Ну, где еще? Где еще? Так, отлично, бах. Так, обвалили. Ага, тут у нас просто выход к проходу. Ну, не совсем то, что я ждал. Ну, ничего. Это тоже пойдет. Так, смотрите, вот тут у нас еще комнатка какая-то есть. Ну, блин, тут одно тряпье. Просто одно тряпье. О, мы, смотрите, какую-то банно-прачечную комнату нашли. Давайте зайдем, посмотрим, что в ней полезненького. Стиральные машинки, умывальники, газеты. Так, что у нас тут есть? Бумага. Так, тут у нас что? Фонарь. Ага, вот эту фигню надо срезать. Не должно ее тут быть, значит, не будет. Так, дальше что? Тут у нас тоже до хрена нападавшего.
Так, ну, блин, я даже не знаю, с какой стороны начинать ломать. Тут со всех сторон полно мест, где первым делом хорошо бы было разломать. Поэтому я вот, мне кажется, думаю, надо вот так вот по очереди просто идти. Во-первых, тут ближе к машине. Нам удобно просто как минимум кидать. И дальше уже будем по ходу дела дальше продвигаться. Вот, собрали. Тут не ударили, не собрали. Руки быстро набиваются. 219 килограмм в руки и все, типа, дальше как хочешь. Так, замечательно. Кинули. Смотрим. Вот тут я хочу вот эту фигню уже обвалить, потому что высокая очень. Так, вот это все забираем. Вот эта меня фигня напрягает, прям очень уж она высокая, поэтому я думаю, все-таки пора ей упасть. О, смотрите, прям офигеть, как много упало. И, наконец-то, эта фигня мне не мешает моему взору, потому что меня что-то прям очень сильно напрягало. Но теперь не напрягает, и теперь мне... Так, даже больше нравится. Так, сейчас я только с двух сторон поддолблю немножечко, чтобы вот тут у нас все обвалилось. Офигеть, просто офигеть, офигеть, сколько упало много. Хорошо, что у нас машинка стоит в более-менее правильном месте, и мы, смотрите, даже отсюда можем метнуть. Опачки, а вот это что у нас зависло? Не надо висеть. Не надо просто так висеть. Это непрактично, тем более для нас. Так, ага, ага. Смотрите, как интересно. Тут, блин, вон как оно держится. Лестница на лестнице под лестницей. Все. Так, от одной лесенки избавились. Теперь давайте вот от этой стены избавимся. Так, а тут мы даже не подсобрали. Да что ж у нас... Что-то после обновления очередного сохранения как-то выглядит как будто с подлагиваниями. Что-то мне это прям не нравится. Неприятно. Когда ты сохраняешься, и у тебя прям так опа, и какой-то на несколько секунд лаг такой сильный происходит. Это не есть хорошо. Неприятно просто так. Боишься, что игра может просто тупо зависнуть. И придется потом как минимум проходить. А как максимум можно же потерять вообще даже эти самые сохранения свои. Все может быть. Уже сталкивались с таким, когда из-за бага просто тупо ломались сохранения. И это будет вообще фиаско, если у меня сломаются сохранения. И придется там заново. Хотя, блин, тут же облачные сохранения есть у Steam. Они работают и вроде бы даже очень хорошо работают. Поэтому я думаю, проблем с восстановлением, как минимум, хоть каких-то данных у нас не будет. Спокойненько сможем продолжить играть, даже если переустановим игру. Так. Мы еще немного ближе к нашей цели. Тинк. Все, бах. Нет, не бах. Вот теперь. Замечательно. Так, хотела все вниз упасть. Но я перехватил. Да что-то не... А, не может взяться, потому что руки-то полны. У нас. Это что сейчас? Так хлопнуло громко. Так, вот тут еще железки лежат. Так, надо типа поближе, что ли? А в машине 53 тонны уже. Прикиньте, как быстро. Просто очень быстро мы 53 тонны с вами нахреначили. Так. Что-то по... А, потолок осыпался весь, получается, да, у нас? Неожиданно. Я думал, он не сразу упадет. Тогда просто, ну, тут две стороны. Бах, собрали. Бах,
собрали. Ой-ой-ой, и лестницы упали. Так, давайте немножечко отойдем, потому что сейчас лестница мне и тут будет мешать скидывать все. Так, так, так. Слушайте, прям вообще замечательно. Просто замечательно. Единственное, блин, а вот тут я боюсь ломать. Боюсь ломать эту фигню, мне же ее надо как-то краном брать. Так, о, я могу тут пластик подсобрать как раз сюда, пока спрыгнул. И давайте подумаем, что нам сделать-то. Так, а куда я швырнул и нахрена? Мне кажется, надо... Ой-ой-ой-ой-ой, так, ящички. Во, нифига я тут ящиков накидал-то. Нифига себе. Я заметил, смотрите, да, я вспомнил. Короче, у нас теперь звук закидывания, попадания в машину звучит только тогда, когда мы с вами рядом с этой машиной находимся. Раньше мы из любой точки слышали эти звуки, но разработчики это давно-давно подправили. Я что-то как-то не обращал внимания. Смотрите, сколько тут деталей насыпалось. Офигеть. Это надо все подсобрать, это не дело. Это мои денежки валяются тут. Офигеть. А когда он успел так навалить? А, это, слушайте, наверное, когда взрыв газа произошел. Вот это вот все у нас. И попадало сюда. Так, хорошо. Почти все ящики мы подсобрали. Почти весь мусор подсобрали. Так, еще один ящичек, еще один. И надо сейчас будет попробовать трубу убрать. Интересно, она уберется? Нет? Ну-ка. Нет, а прикиньте, я не могу. Это не трубы. Это, точнее, не... Этой фигней надо делать. Это надо сейчас... Будет, да, эти кресты мне показываются, точнее, крюки... Но это не то, что мне сейчас нужно. Мне нужны не крюки, ребята. Мне нужно как-то понять, как вот этот кран. Как мне вот этот кран вызвать. Вот, на самый верх. А что мне мешает? Не разрушены все крепления. Да я боюсь, что я сейчас разрушу какое-то крепление, рухнет вся труба. Давайте посмотрим, хорошо, что внутри. Под этой трубой, может быть, там какие-то болты специальные нужно спилить, срезать. А мы тут... Ой, тут целый склад. Тут целый, охренеть, какой большой склад. Ага, только не говорите, что там... А, ну это не радиация. Слава богу. Ой, а тут лестница вовнутрь есть. Вовнутрь этой фигни, прикиньте. А вот это уже неожиданно. То есть внутри трубы еще что-то есть. Так, а пошли посмотрим, что внутри трубы. Опачки, вот они крепления-то. Офигеть. Так, так, я на самый верх. Ага, вот это интересно. Вот это, прикиньте, оказывается, как. Вот почему у нас краном-то это все и не снимается. Потому что вот так все приварено сильно. Так, опа, давай. Кранчик. Так, пока у нас кранчик. Идет забирать эту фигню. Мы с вами... Пойдем на этажок ниже. То же самое делать. Вообще странно, почему эта фигня не монолитная. В принципе, она не сильно-то большая. Можно было и, наверное, сделать одним куском. Так. Замечательно. Еще один кусок срезали. Дальше режем. Сейчас мы... О, у нас первый запрос решился. Нифига себе. Первый контракт, ребята. У нас первый контракт выполнен. Офигенски.
еще по 500 килограмм мы получаем с вами за куски трубы. Так, лесенку. Я не знаю, лесенка это будет мешать. Надо ли ее? Да, наверное. А, ну все. О, смотрите. Вот теперь мы эту трубу убрали и можем теперь все тут спокойно раздолбить. Кайф. Просто кайф. Отличненько. Бабах. Да почему, блин, пол-то ломается? Я же пол-то не долбил. Все равно кусочки, блин, задеваются. Точки долбления. И приходится еще и пол собирать. Хотя я его не хотел собирать. Так, 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 да. Замечательно. Потолок. Давайте обвалим сразу. Так, сейчас лестница обвалится и все подряд. Тинг. О, смотрите, даже какие-то клепки попадаются, которые в воздухе висят. Вот это да. Так, что у нас тут дальше? Стенки. Точки привязаны к полу. И все, полетело вниз. Полетело. Полетело, полетело. Нет, нифига, не все полетело. Я думал, сейчас так прям мощненько все обвалится. А оно нифига. Не захотело. Не захотело оно все обваливаться. К сожалению. Да и пофигу. Сейчас мы поможем все равно этому осуществиться. Тинг. Опачки. Так, замечательно. Прям вот все точки дотошно вот так вот. Вроде бы все, не знаю. Да, отлично. Осталось только грёбаная лестница, как всегда, блин. Эх, ладненько. Собираем. Что мы можем тут собрать? Да нифига, чё ж так быстро-то руки. Мои руки-загребуки очень быстро заполняются ржавым дешевым металлом. Так, так. Ой, слушайте. Осталось-то чуть-чуть. Там несколько этажей еще, и мы будем на уровне основной палубы. Так, ну, во, забрало. Я уж думал, застрял у нас металл. Тинг. Так, где у нас что еще осталось? Вот тут чуть-чуть труп осталось. Так, и что, типа, нам можно дальше пол долбить? И, ну, я даже не знаю. Я пока что-то не готов еще на этаж ниже спускаться. Пока, ну, прям реально что-то не готов. Потому что там дохренища всего. Так, тут у нас получается середина, да? Это какая-то каюта тут. По-любому. Тут еще одна какая-то каюта, в которой что-то интересненькое есть. Но благо, ребята, самое главное, тут нет гребаного электричества. А еще главнее, что тут нету радиации. Если бы тут еще радиация была, это был бы, конечно, вообще финиш. Хотя, слушайте, кто знает. Все может быть тут. Оп-оп-оп. Может появиться она в любой момент. В любом месте. И это уже прям будет, можно сказать, не особо весело. Так, каюты. Как я и говорил, каюты под нами. Так, давайте теперь вот этот кусочек обвалим. Деревянный хочу. Вот пока что только деревянный. Ага. А под деревянным у нас стальной. И хрен ты что тут сделаешь. Значит, будем частично раздалбливать. Так, во-первых, давайте вот эту фигню разломаем, чтобы лестницы не было. Надоело. О, отличненько. От старой лестницы избавились.
Замечательно. Так, у нас тут детали валяются. Валяются детальки. Так, вот тут тоже у нас лестница есть, а тут вообще у нас мусор еще лежит до сих пор. Так, туда мы типа спуститься можем. Так, а чё мы? Вот тут от дерева не избавились. Все равно тут все вот так вот устроено. Так, теперь, думаю, вот эту часть надо отдолбить. И тут тоже лестницу отправить на покой. Нехрен ей тут торчать. Давайте обойдем. Бах, сломали. Чудесненько рухнул. То как прям ого-го. В машинку. 50. Блин, а что-то у нас теперь не густо-то наполняется машина. Так, все, тут отвалилось, и я думаю, теперь у нас вот тут есть возможность небольшую такую каютку открыть. Хотя, может, и большую, хрен его знает. Можно, конечно, сейчас попробовать вообще все продолбить тут. Тут где-то что-то шипит такое, как будто газ. Я надеюсь, это не он. Потому что если под нами где-то газ шипит, и мы сейчас шарахнем. Вот, я прям слышу. Где-то в середине что-то шипит. Смотрите, мы сейчас опять к середине подойдем. Во, слышите? Шипение. Там по-любому трубы. Видимо, с газом. Если мы... Ой, тут шипит. Если мы сейчас долбанем, то, возможно, что-то там взорвется. А если что-то там взорвется, не будет ли нам потом из-за этого плохо? Не потеряем ли мы чего-нибудь особо ценного, что нам потом аукнется в плане сборки контрактов? Ладно, не будем гадать, просто вот так бахаем и уничтожаем. Не понял. А, во. Вот тут. А что это такое? Трубы с газом? Во, во, во. Отличненько. Отличненько. Так, у нас тут еще электричество. Давайте его сразу срежем. Просто овер до хренища всего. Как это все отсюда выкидывать? Да ладно. О, серьезно, я отсюда могу. Так, и куда мне выбраться-то? Так, а мне же надо как-то наверх попасть. О, тут даже ящик какой-то мой лежит. Ой, осталось-то чуть-чуть, ребят. Осталось совсем чуть-чуть до основной палубы. Но, с другой стороны... Ай, блин, упал. Ой, тут вообще срезать придется. Ну, в принципе, ничего нового нету. Ничего абсолютно нового нету у нас в работе. Там мы тоже срезали раньше тоже. Поэтому не страшно, а вот абсолютно. Думаю, можно вот тут... Ой, блин, электричество. Электричество. Ну, благо, не радиация. Это уже намного... Лучше, легче и проще. Сейчас мы тут просто подсоберем немножечко свое барахлишко. Нападало тут тоже у нас, к сожалению, мимо того места, куда мы швыряли. Даже трубы, видите, отломленные есть. Так, вот тут можно пройти тоже немножечко подсобрать. Вот это баллон, вот это сила, вот это мощь. В таком баллоне дури. А главное, полезного тоже может что-то быть. Поэтому... Опа, да ладно, нифига, я его так собрал сверху. Ой, тут еще что-то мелькает. Только не говорите, что тут тоже электричество. Вот оно тут сейчас абсолютно будет не в тему. Так, и мне есть возможность подняться вот сюда. И тут тоже... Ой-ой-ой, это, блин, это пар.
Нифига себе, меня паром охреначило. Прям очень неожиданно охреначило. Так, и чё? Я отсюда швырнуть даже не могу нормально. Могу. Так, и пока что, наверное, надо вот так вот пробежаться, подсобрать вот эти перекладины, чтобы они не мешали виду. И главное не упасть. И мы можем, кстати, видеть, что у нас где внизу находится. А, вот тут вообще не провалилось до конца. Ой, тут у нас контейнеры. Тут у нас контейнеры, которые мы типа краном должны или чем? Нет. Нет, эти контейнеры просто забираются. Ручками. Просто забираются ручками. Это хорошо. Ай, ну и зачем я сюда прыгнул-то? Блин. Я нечаянно сюда спрыгнул. Не хотел. Ладно, ящик тут пока оставим. Тут у нас газ. Куча газа. Так, а это что такое? Опасность водяного пара. На гигантских кораблях часто бывают установлены паровые трубы, разрушение которых создаст утечку пара, которая заблокирует проход. Чтобы этого не произошло, сначала необходимо выключить котел. Окей, я понял. А котел... Так, а кто котел у нас тут? Так, оно? Клапан закрыт. А, все. Я перекрыл, типа. Я, типа, перекрыл все это. И куда мне тут пройти? Дороги нету. Ладно. На этом, я думаю, сегодня, ребят, все. Достаточно. Много мы сегодня тоже сделали. Сами знаете, что нужно от вас. Лайк, комментарий, подписка. С вами был Пип. До скорых встреч. Увидимся. Пока.